Прямо с вами World of Zero. Сегодня мы с вами будем играть в SoulNet. И не просто играть, у нас сегодня Gassipon Challenge. Ну что, смотрим интро и в игру. Окей, объясняю суть челленджа, кто не знает. Мы берем любого персонажа и пытаемся выпить вот этот дроп вот с этого вот ящика с говном. Мы выбиваем дроп и идем проходить с ним игру. Проходим как можно дальше, а если вообще лютые киберкотлеты, то можете пройти вообще полностью, меня вообще это не волнует. Кто будет также проходить данный видео челлендж, обязательно пишите в комментариях вот этот вот хэштег Gassipon Challenge, чтобы я нашел, чтобы я посмотрел. Может, я не дебил и сделал все правильно. Ну да ладно, будем играть, конечно же, за самого лучшего персонажа в этой игре, просто за топ-тир, просто, конечно же, мой любимый инженерчик, которого я купил, ну и он должен окупаться, поэтому будем играть за него. Если кто-то мне напишет в комментариях, что нафига я пишу в названии ролика смешной монтаж, это ж не монтаж и не смешно, меня не волнует, это смешной монтаж, смейся. У нас как обычно говна всякого, это курьер, получи ежедневную награду до завтра, че это? Ага, понял. Пофигу абсолютно. Так, ну что, вот он наш ящик, из которого нам будут выпадать гасипоны, в котором нам, скорее всего, сейчас выводит 20 бомб и челленджа не будет. Но посмотрим. Хочу гасипон, давай сюда. Так. Ага, окупились на 50%. Так, ну чё, вот и наше первое оружие. Сразу утром выпало, вообще думал, сейчас нам бомб нападает, просто килограммы тонну. У нас тут есть алебарда. Ага, чё могло быть хуже, я не представляю. Ну что, пойдем в подземелье. Так, дядя, да вы шо, я шо, в этом говне буду. Да сейчас пофигу вообще, кстати. В данном челлендже единственное, что можно, это выбить оружие с гасипона и юзать вот это говно, но вот его юзать нельзя, потому что, ну вот что это, ну оно ж стреляет, а мы так не договаривались, поэтому мы играем только с говном вот с этим. По 10 урона, кстати, наносит, макаки тупо отлетают. Жук сраный, еще жук, о, кстати, это жук, на жук получить. Блин, я ж не мог представить, что что-то может выпасть. Если бы у меня был разбойник, это была бы настоящая имба, я мог бы постоянно прыгать, то есть, ну вы поняли, да? Нельзя юзать спецспособности, которые умеют стрелять. Живой сундук с говном, палка, класс. Алебарда, палка, Матвей. Ты не можешь просто так шутить про Матвея, чтобы все над этим смеялись. Ха-ха, Матвей. Так, ну у нас здесь торговец средствами. А чё, у меня рубля не хватает. Ну, сейчас мы в этой комнате рубль выбьем, и я приду, ты мне не балуй. Оружие это убери, мужик, потому что доп хип. Да ты... Почему у него миллиард? О, все, у меня есть. Блин, там еще комната дальше продолжает. Да вы рофлите, ну, я... Че у меня есть вот это? Ну, оно вообще в смысле не считается. Типа, я не могу его просто выкинуть. Если можно было бы выкинуть, я бы выкинул. Да, ну мы заходим в очередную комнату. Здесь очередные макаки Матвеев. Просто подземелье Матвея. Ставь лайк, если тебе нравятся шутки про Матвея, я буду шутить больше. А если найдется гений, который нарежет все мои шутки про Матвея в один ролик, да я вообще, я буду благодарен. У нас первый портал, у нас бонус. Ну, нам только плюс броня брать, потому что, ну, нафига нам рикошет? Мы не стреляем, мы не умеем. У нас нет, у нас есть алебарда. Будет смешно, если я буду открывать гасипон второй раз, а оттуда выпадет алебарда. А чё? Изи. Райт-кликом тащу весь этот солна этого ж на изи тупо. Тут уже какие-то агрессивные макаки пошли, они умеют стрелять. Я так понял, Матвей служил в армии. Все, давай, КТ, мочи. Ты чё говном кидаешься, тупорылая штука? Мне вот эти тотемы бесят. Они потому что, во-первых, получается больше хипов, а во-вторых, ну они как-то вообще в стилистику игры мне не подходят. Да ты в эту сторону воюй. Чё ты с говном со своим? Чё? Она внутри говном кидает. Ставь лайк, и я добавлю в SoulNet мод на говно. О, колодец желание. Что выпали? Понял, ничего не случилось. Очень грустно и печально. Но мы не отчаиваемся. Лутаем очередной сундучок, потому что мы, походу, все бабки будем тратить на апгрейды и там вот это улучшение, вот это вот. Ну, сами знаете, в SoulNet не играли. Если не играли, то ссылка на игру в описании, там в самом конце есть. Можете переходить, скачивать, играть. Играю, кстати, в SoulNet очень давно. Вы видели, когда я первый ролик по нему снял. Еще не было никаких Hello World'ов, там, рогаликов, вот этих вот. Я был единственным, кто создавал контент. Я говно всякое снимал, и все меня за это обсирали. Ну, я продолжаю снимать говно, но сейчас уже всем пофигу. Блин, герой бесплатный. А, все-таки, все. Я думал, он за меня, а он все-таки дебил. Потому что я всегда. Это первый раз, когда меня попытался убить предатель, сволочь. Че за глазами, ё-моё. А у моего этого хп, он сейчас умрет. А, ну вот, помянем.
Короче, как обычно, на изи все зачищаю. У меня даже, смотрите, у меня еще и фул хп, меня никто не может убить, потому что алебарда, ну это в натуре имба. Набираем 200 лайков, и я сниму челлендж, играю на новом персонаже только с алебардой. Мне кажется, я это никогда не сниму, потому что она мне второй раз никогда в жизни не выпадет. Тут у нас опять... Блин, я это, кстати, что-то в этом прохождении, все что-то... Там живые сундуки, там этот мужик поехавший, он решил против меня играть, но это неправильно, это грустно. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, пошли, пошли со мной. Смотри, у нас тут такая тонна людей, которые воюют с оружием ближнего боя. Вот это, вот эти ваши автоматы для гелев. Нормальные ребята воюют на ножах, на ножах. Сейчас мы вот эту штуку только задолбим, а то у них... Она нереально жирная. Она может меня в соло убить. Я, кстати, теперь хп 10 вообще. Понимаете, насколько я крутой? Сейчас тут опять колодец за говном. Ну давай, удиви. На... А чё? ПП нового поколения, понимаю. Там же хилки могут. О, торговец. А чё, у меня это. Ты видишь, я жив-здоров, мне ничего туда не надо. Опять эти две жирные сволочи. Я обосрался, у меня сейчас в комнате. На вот этом окне, вот этом вот, защелка вот эта упала. Я обосрался. Я сейчас эту комнату зачищу, пойду штаны вытряхивать. Так, ну чё, у нас уровень 1.5, он может стать для нас последним, но у нас еще фул хп. Я надеюсь, то, что я не сдохну, как дебил. Я прям надеюсь, то, что я хочу пройти хотя бы первого босса, потому что у меня всегда какие-то проблемы именно с первыми боссами. Хотя я снял серию роликов гайдов про боссов и не могу ни одного из них убить. А все потому что, ну, там игра лагает, там FPS маленький, ну, сами можете. А там отмазку не придумаешь, чтобы я не напрягался. Вот, теперь у нас есть еще турбогерой, который умеет говорить хм. Блин, они уже начали салюты в честь меня запускать, не в ту сторону. Я понимаю, поправки в конституцию приняли. Давайте не так сильно, блин, дизлайки не ставьте, кремлеботы, пожи. Ну, чисто на изи вот этого дурачка обходишь. И все. Easy for me. Sub to channel, please. Так, дядя торговец. Ну, во-первых, у тебя ничего нет, что мне нужно. Поэтому мы сейчас пойдем воевать против вот этого дебильного тупорылого босса. Потому что, ну, дебильный тупорылый босс. Опа, золотая маска. Так, новый босс. Кстати, у него же дроп теперь есть уникальный, да? Дядя получали... Блин, это сейчас будет без ульты, без вот этого говна всего, это же будет нереально сложно. Потому что у меня ульта стрелять нафига я вообще брал этого дебила, если... Ой-ой-ой, там по своей рации вот этой звонит. Алло, Рамзик, пригоняй, помоги. Ты его меня еще убьет. Все, дядя, до связи, не стреляй, я без оружия, мужик. Меня так фартануло, я сейчас проиграю, я чувствую, я умер. Так, ну я ролик посмотрю, а вырежу. Давай, сейчас мы тебя бутузим с этого ствола, так сказать. Сдолбался, динамитом выиск. Ну да все, дядя, все, сдавайся. Блин, он моего дебила убил, который мог мне помочь. Все, дядя. Почти ни разу, кстати, с него металл выпал. Золотую железу. Че ты делаешь? Я могу его еще с этим закомбинить, но... Это гениальное оружие. Я так понял, оно с этим... комбинится или нет. Но вот эта кнопка, короче, что-то делает. Я боюсь на нее нажимать. Энергию. А. Чё? Ёпта! Магическая хрень. Чё у нас? Иммунитет к ловушкам? Давайте иммунитет к ловушкам, потому что я верю, что сейчас пойдем вот к этим рыцарям. На балансе у нас 108 рублей, сейчас мы пойдем открывать кейсы в Counter-Strike. Набираем 0 лайков, а я буду снимать кунт. А чё этот чел вообще в стене появился? Я вот ещё не понял. Видите, тут ловушки, а мне на них параллельно. Я могу прям... Ну чё сундук появился где-то в жопе мира? У меня, честно, вообще без надобности вот это... Это все слишком easy for me, поэтому не парься. Ня-ня. Блин, ой. А вот и все. Шальной в ответ завершила эту игру, поэтому я сейчас пойду смотреть рекламу, а вы ее не увидите. Так, ну я налутал 2 мяса, металл, там убил 133 противника, я считаю, что я прошел достойно. Нет. Если бы у меня был какой-то другой перс, другой ульту, я, может быть, даже выиграл, но... Надо не повторять ошибок. Поэтому сейчас мы снова открываем гасипончик и летим второй раз то все проходить. Потому что я возьму товарища разбойника, я его даже прапаю 2 раза, там мне даже не впадло. Так, товарищ этот автомат, давай нам быстренько с первого пусть выпадет. Лук, отлично, у нас есть улучшенный лук, который тратит по 5 говна, но по-моему нам хана. Залетаем в комнату, у нас гениальная способность, мы умеем прыгать, поэтому я считаю, что нам будет попроще. Ага, то есть я должен опять ходить по этим пустынным мрачным... листам, я понял. Но первая комната весьма бодро залетает. Я не знаю, стоит ли заходить вообще вот в эти комнатки, чтобы что-то лутать, потому что тут постоянно оружие и хилки там, по-моему, редко падают. Я могу по 50 урона наносить, если попадаю. Ема, так мне выгодно просто ждать. Еще тогда фигней занимался и все потратил. Все, портальчик заходим в портальчик. Бонусы. Увеличение скорости стрельбы оружия. Блин, вот это, ну, по идее надо, типа. Или я взял не тот, или это тот. Ну все, сейчас мы
амнезии их развалим. Чё ты, тотем? На, получи крит урон. В смысле? Да хватит ходить. В смысле, ты офигел? Да задолби его. А, все, энергия закончилась. Так, ну мне теперь надо найти дурачка, который нам энергию продаст, потому что без спидов нам будет... А у меня еще один хп, я сейчас сдохну. Ну вот и весь челлендж, поиграли, так сказать. А, я еще сейчас потратил Джек и Мэри, кстати. Ой, дядя, привет, я по тебе соскучился. Дай я восстановление потрогать. Все, дядя, я могу хотя бы... Я опять куда-то в жопу выстрелил, там все просрал. Ищу. Живем, дядя, живем. Опа. А ты че не сдох-то? А че мимо-то? Все, кот, сдолби его. На получеск. У меня один хп. Один хп. Я сейчас умру, дядя. Сейчас просто залетим. Ой-ой-ой-ой-ой. Тут лютые соперники. У меня один хп. Сейчас будет лютый челлендж, ребята. Девочки, мне до связи. Че, я думал, он с одной пули умирает. Че он с одной пули сдох? Они просто с одной пули все сдохли. Че? Лютый челлендж отменяется. Я их всех убил с одной пули. Лютая тема. О, детали выпали. Я скоро смогу робота открыть когда-нибудь. Пистолет, гранатомет, ё-моё. Я тебя просто фастиком поменяю, ты же там засчитаешься, по идее. Фух. Я думал, это Кабелла, но я все-таки смог раздолбить хату просто в чистую. Обычно я там как сволочь просираю, но сейчас изи. Чё, я не знаю, стоит ли крутить торговый автомат? А, достойно. Большое деле говна, это всегда достойно. Так, ну это мы тебе вставим, а это тебе вставим, а это вот тебе вставим. Ха-ха, ты не можешь шутить про Матвея, чтоб это всем всегда нравилось. Не, ну, если я в какое-то говно наступлю, я умру, меня любая шальная пуля сейчас может убить. А может и не убьет. Я, походу, это, заколдованный. Типа один хп меня никто убить не может. Правда, я ж могу прыгать. Ой, дядя. Еще бы я пользовался вот этой штукой, чтобы прыгать, я бы, наверное, вообще хп не терял. О, а че вы тут стоите, вы вдвоем, два дебила? Оба получают по люлям. Я вообще не умею играть, если честно, я рак. Нереально, с одним хп несу всю игру. Сейчас, ну, я сдохну когда-нибудь, я уверен. Я ж не смогу пройти всю игру вот с этим. У нас тут есть большое зелье восстановление. Ну, мы, конечно же, его долбанем, что у нас хипы были. А то мы, ну, так проиграем быстрее. Хотя там сейчас будет 1-4, там 1-5. Там опять лютый босс нам. Ускорение зарядка оружия, требующего зарядки. Мне вот это надо было. А не вот эта скорость атаки. Ну, чё это? Пам-пам-пам-пам. Да, быстрее стало. И чё? У меня лук. У него тетива. Ха-ха, гигантский монстр. Ха, Матвей. Ема, появилась, я сейчас умру. Да в смысле, я не по одной... Так, кого? Это не смешно, дядя, это не смешно. Это какая-то лютая дичь. Все. О, дядя, давай... Блин, я сейчас куда-то давно потратил 15 энергии, если честно. Мне это не нравится, ну да ладно. Тут у нас опять какой-то тройной арбалет. Тройной арбалет, я не знаю, есть ли такой в реальности, но если он есть в солнце, то, наверное, кто-то до него смог додуматься. Если вы не поняли, то вы должны подписаться на канал. А, я не могу крутить. Он же сейчас 15, да, стоит? 16, нифига себе. А почему я постоянно на цифру ошибаюсь? Так, ну это... Да в смысле, ты бессмертный, что ли? Или ты издеваешься? Да связь! Да почему ты перевелся? У меня вообще какая-то тема дебильная. Она там где-то в иксе там... Так, ну мы заходим сюда, делаем вот так, понимаешь? Так, а мне сейчас надо туда пройти. А чтобы пройти туда, это надо вот это говно разбить. Понимаете, чтобы его разбить, это придется две стрелы рылы потратить. Опа, ёпта. Да в смысле? Сейчас, я не знаю, я какой-то гений, они меня убить не могут. Я не понимаю, как меня можно не убить. Я не знаю, просто, ну вот как. Я обязательно умру. Я не буду продолжать. Я так записываю уже полчаса. Это просто лютое. Еще и рекламу смотреть потом. Ну. Разрабы без денег. Я за ту детальку налутал. Ну что ж, вот такой челлендж вышел. Передаю его, кстати, Hello World. Ну, я уверен, он посмотрит. И передаю рогалику. Я его заставлю ролик посмотреть. Я надеюсь, он посмотрит. А если он не посмотрит, то он просто никак не отреагирует на это. Потому что ждем. Обязательно, кто будет проходить, пишите хэштег. Вот этот Гасипон Челлендж. Я тогда посмотрю, что посмотрю. Вот по хэштегу, потому что все буду искать. Гасипон Челлендж. А с вами был World of Zero. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Лайки ставьте. Спонсорские подписки для тех, кому хочется, чтобы я наконец-то стал снимать Full HD 4K 120 кадров. Лайки, там подписки. А с вами был World of Zero 2020. Всем удачи и всем пока. Так, как тут порнуху вырубить?